Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Instinct 2S. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек данных часов. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку меню. И теперь проходим вниз в настройки. Выбираем систему. И здесь нам нужно выбрать сброс. Сброс. Выбираем сброс. И выбираем удалить данные, сбросить настройки. Нажимаем на галочку, нажимаем да. И ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.